Друзья, всем привет! Я хотел с вами поговорить о таком блогере Джафаре. Вот, вы его, наверное, знаете, а кто не знает, хочу вам про него немножко рассказать. Этот блогер, он снимает видео на различные тематики, обжоры, там про свою жизнь рассказывает, вот, стримы ведет. Вообще очень классный блогер, его интересно смотреть. Я постоянно его видео смотрю. И даже, знаете, когда плохое настроение, его видео смотришь и как-то подзаряжаешься энергией. Вот, и стримы он ведет вообще обалденные, классные, просто супер. Я регулярно захожу на его стримы, там всегда весело, есть о чем поговорить там и пообщаться. В общем, когда я его стримы смотрю, время всегда проходит именно просто отлично, просто супер. Вот. Сам тоже думаю, наверное, скоро буду стримы вести. Вот. Вот. Так что, друзья, заходите на канал к Джафару. Я говорю, вы не пожалеете, у него офигенные видео, вообще классные. И обалденные обжоры, он именно так аппетитно кушает, что именно когда посмотришь его видосы, самому хочется поесть. И я всегда сразу бегу в холодильник, что-нибудь себе там готовлю, кушаю. Вот. И заходите на стримы Джафара тоже, я говорю, вы не пожалеете, стримы его просто вообще, просто космические стримы. Нет, правда, атмосферные стримы, классные, очень интересные. Я говорю, вам будет интересно. Вот. Так что заходите на стрим к Джафару, смотрите его стримы, общайтесь с ним, заходите на его видео, смотрите его видео, пишите комментарии. Ну и всем счастливо, всем пока, друзья. Все, увидимся. Заходите на стрим к Джафару, я там тоже часто бываю, практически всегда, так что можем пообщаться. Ну все, друзья, пока.